В летние дни укрыться от зноя и почувствовать прохладу можно в горах. Курорт Домбай прекрасен в любое время года. В летний период привлекают горные массивы, куда поднимается множество туристов из разных уголков России и даже зарубежья. О летнем Домбае расскажет Алихан Лепшоков. Необузданная красота дикой природы украшает эти удивительные места. Эти живописнейшие склоны манят к себе многих любителей отдыха в горах. Несмотря на то, что в летний период горнолыжный спорт не актуален, на склоне можно полюбоваться красотой горных вершин и подышать свежим воздухом. Домбай, безусловно, является жемчужиной курортов Северного Кавказа, куда едут отдыхать туристы со всей России и даже из зарубежья. Отдых просто шикарен. Много красивых гор, много снега, много ручейков. Прям дыхание завораживает. Просто. В Крыму есть скалы, которые находятся у моря. Здесь моря нету, но здесь есть большие скалы, и это уже другая атмосфера. Потрясающий воздух, классная энергетика, красивые, добрые люди и очень вкусные хачины. Невероятные виды, атмосфера, и мы узнали, что здесь видно Эльбрус. Очень красивые горы, самое главное, что воздух чистый. Сев на канатку, мы с нашей съемочной группой поднялись на самую высокую точку снежного склона. Пред нашим взором предстает гора Домбай-Юльген, а вдалеке белеет могучий Эльбрус. Глаз радуется, видя эту красоту, и особенно приятно, что нас встречают гостеприимные люди, отмечают отдыхающие. Вообще, конечно, очень красивые места, местный колорит, я не знаю, люди очень приятные. В принципе, впервые в этом районе, поэтому, конечно, вообще, мне кажется, незабываемо, и останутся впечатления до конца жизни, вот, фотографии и прочее у себя. Родственники были, бабушки с дедушками еще давно ездили в свою молодость сюда, вот. Поэтому как бы было целью, так сказать, вот в этом году воплотили. Я приехала из Лондона, Великобритания, и мне здесь очень нравится, потому что виды, природа, а в Лондоне такого нету, потому что там мегаполис. Вот как ты ощущаешь себя на высоте 3000 метров? Ну, нормально, тут воздух очень свежий. И хорошо. Домбай прекрасен не только в зимний период, но и в летний. Мы находимся на высоте более 3000 метров. Отсюда открываются живописнейшие пейзажи. Здесь можно подышать свежим воздухом, ну и сфотографироваться на память. Аслан, иди сюда, давай сфотографируемся. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай.